Руки целы, ноги целы, голова идей полна. На пригорке домик белый, в домике жена. Стол накрыт, а в окне рожицы детей. Если это не во сне, это значит все окей. Всем привет. Я понимаю, что надо бороться, если это крысы. Вот решил, притянул кошку. Не знаю, поможет ли это, потому что вот там вот у меня дырка натянута. Вот ей что-то не нравится, мявкает. Она, наверное, слышит тут запахи. Вот. Сейчас она у нас полазит здесь. Потом я ее попробую даже опущу вниз. У нас тут новая линия. Начинаю трогать. Тут ничего не видно. Там крольчиха. А где ж малыши? О, жопа вылазит. А тут что? Просто тут норка. Или там крыски живут. Не знаю, не видно. Там далеко, там глубоко. Ничего не видно. Кошка у нас возле этого. Ну, ничего такого не наблюдаю. Ты ловить будешь крысы, если это крысы? Где твои малыши или не твои? Где вообще все малыши? Ладно. Это что такое? Сейчас попробую нарвать свеженькой травы. Кину и поставлю камеру, будем следить. И попробую еще кошку снять. Опа.
Thank you.
В общем, что-то это не сильно помогает. Надо что-то более другое придумать, наверное. Руки целы, ноги целы, голова идей полна. На пригорке домик белый, в домике жена. Стол накрыт, а в окне рожицы детей. Если это не во сне, это значит все окей. Мы и так без всяких книг знаем, что почем у фермера в судьбе. Если стал ты сам себе, если стал ты сам себе, если стал ты сам себе хозяин.